дневник некоторых событий, имевших место на Энском участке фронта, в которых принимал участие и я, Тихон Огурцов, щитовод. Это было прекрасное утро. Получив назначение, я направлялся в свою часть. Я шел по лесной дороге. Несмотря на то, что здесь прошли недавние бои, только ветер нарушал тишину этих мест, да птички, которые циркулировали в воздухе. Как вдруг мне показалось... Кушаете колбасу? Нет, бананы. Извините. У меня зрение немного не того. Присесть разрешите? Приземляйтесь, трава не моя. Мерси. Это была очаровательная девушка. Если можно так выразиться, ангел в звании ефрейтора. Во-первых, это не головастик, а уже лягушка. А во-вторых, я вообще ограниченно голодный. Мне сырость противопоказана. Ах, сырость. Садитесь. Мерси. На здоровье. Далеко следуете? Следует только поезда и королева, а я иду. Ну да, а куда? Сейчас скажу. В Энском направлении. Извините. Кто это у вас приклеен? Герой Советского Союза, лейтенант Крошкин. Знакомый? Вырезал из журнала «Красноармеец». Ну и ничего особенного. Как ничего особенного? Вы посмотрите, одна улыбка-то что стоит? Улыбка? Вставные зубы. Да? Да. А вы что, зубной врач? Нет, я кроликовод, любитель. Даже и пугливый, как кролик. Ведь здесь фронт, а я привык к тишине. Ведь я даже до войны работал в санатории «Тихий отдых» в Гурзуфе. Такая там была тишина, что даже было слышно, как у бухгалтера за соседним столом мухи звенят. Ну и не смешно совсем. Вам далеко? А вам зачем? Вы понимаете, я ищу хозяйство семи баба. Нам с вами по пути, вот. Хозяйство семи баб. Точно. Растворю.
Так, да и видом, как будто неплохо. Товарищ старшина, где комендант? Минуточку. Я не буду страдать ни о ком. Комендант слушает. Товарищ гвардии старшина, нам нужен командир объекта. Товарищ Семипап. Командир объекта, товарищ Семипап, вас сейчас примет. Холостяк, не пустяк, ничего, что в летах. Для него одного все деревья в весенних цветах. Я страдал, я мечтал, и, конечно, иссох. Я добряк, а этот добряк-холостяк ничего, симпатичный. Ага. И местечко как будто тихое. Травки, ромашки, птички летают, хорошо. Травками, ромашками можно любоваться дома. А я так мечтала о переднем крае. Войдите. Слушаю я вас, товарищи. Витязь, товарищ... Разрешите, я буду. Высказывайтесь. Витязь, товарищ комендант, нам нужно самого командира. Товарищи Семибаба. Командир объекта гвардии старшина Семибаб вас слушает. Товарищ гвардии старшина, красноармеец Огурцов явился, так сказать, для дальнейшего прохождения службы. Пожалуйста. Явился, значит? Так точно. Явиться может черт во сне, а красноармеец не является, а прибывает. Понятно? В общем и целом понятно. Не в общем и целом. А как докладываете? А голос? Что это за голос? Указы одолжил. А стоите как шестеруха на коньках. А, так это от сапог. Видите ли, дело в том, что данные сапоги мне немного велики. А данные за правочку у вас тоже от сапог? Выйти отложить по форме. Есть. Балерина. Слушаю вас, товарищ ефрейтор. Ефрейтор Коломыкова прибыла для дальнейшего прохождения службы. Молодец, ефрейтор. Красноармеец Огурцов, вот учитесь. Товарищ гвардии старшина, красноармеец Огурцов явился. Ой. Прибыл. Прибыл для дальнейшего прохождения службы. Эх, горе ты мое. Ласточка слушает. Что? Опять разведчик? Порядочек? Ничего. Скоро пройдете у меня высшие вечерние курсы. Расквартировывайтесь за печкой. Дорогая бабушка, мне ужасно не повезло. Я так мечтала о переднем крае, а попала... А вы знаете, мне кажется, что этот товарищ семи баб немного того, ненормальный. То ругается, а сейчас вот игра. Хотя, по мнению, это бывает. Вы не согласны? А попала на какой-то тыловой аэродром, где кроме кукушки, да и то на часах, ничего не услышишь. Да, птички. Птички и невоспитанные нестроевики. Ох, извините, очень трудно в потьмах, никак иголкой в нитку не попаду. Ну, давайте я вам помогу. Ради бога. Самолеты. Ага. Самолеты. Порядочек, фрицы идут, сейчас нас бомбить будут. Сороконожки, проспишь царство небесное. Я, царство небесное, обалдел совсем. Сейчас, сороконожки, и спящие красавицы.
зенитки в боевую готовность. Есть! Зенитки в боевую готовность. Какой ты умный, потушил свет. Ефрейтор, зажечь все фонари. Есть. Товарищ гвардейский, я надеюсь, вы шутите? Нет, ведь вы же понимаете, они своим огнем привлекут на нас внимание противника. А? Чудак, ей-богу, привлекут. И хорошо, что привлекут. Так и надо, миленькой. Привлекут шутки. Какие могут быть шутки? Так про сейчас дадут, что пальчики оближешь. Слушай мою команду. Одеть каски, взять фонари. Кто-то из нас сошел с ума. Приказываю беспорядочно бегать по аэродрому с зажженными фонарями. Понятно? Понятно. Со мной. Стой! Никак мимо пошли! Замри и слушай мою команду. Бегите! Вы туда! Гвоздарев! Сюда! Огурцов! Работай фонарями! Работайте фонарями! Работайте, работайте! Паники больше! Больше паники! Организованной паники! Мои очки. На объекте паника. Бомбить? Когда начнут бомбить, можете ложиться. Паники больше не надо. Больше паники не бывает. Аэродром русских у деревни Большие Козлы. Не менее 20 советских самолетов сожжено. На аэродроме началась паника. Ага. Послать Большие Козлы опытного разведчика с радиостанции. Необходимо все время свежая информация. Это должно быть очень важный и активно действующий объект. Говорит Ласточка. Товарищ гвардии полковник. Докладывает гвардии старшина Семибаб. Сегодня ночью юнкерсы бомбили наш объект. Так точно. Штук 30. Налет противник удался полностью. Наших самолетов разбито в щепки. Сколько? 10. 10. Как 10? Это и тяжело. Ты виноват. Виноват, товарищ гвардии полковник. 13. Так точно. Ха. Спасибо за поздравления. Служим Советскому Союзу. Вы слышали? Скажите, может быть, этот бред мне снится? А? Я не знаю, что вам снится, а мне снится бабушка, не мешай. Разберем проведенную операцию. Сколько у нас воронок? 121. 121. Никуда не годится. Нельзя давать противнику поблажки в этом вопросе. Раз прилетел, голубчик, сыпь на нас все полностью. Вот когда я работал под Сталинградом, вот эта ночь была. За одну ночь добились 400 воронок. Но какая ночь, вспомнить приятно. Луна, звезды, фугаски сыплются, и все на нас. Красота. А я предполагал, что хозяйство семьи бабы, так сказать, в хозяйственном разрезе. Ну, там кролики, цыплятки разные. А вы что, дрессировщик? Нет, любитель. Я вижу, что любитель, любитель. Я у себя в команде этого не позволю. Тоже знаю вас, циркачей. Хозяйство Семибаба – это ложный аэродром. Понятно? Вот. Ну что, прыгай. Вот.
Вот так мы работаем по мере наших сил. Ну что, стреляла? Как настоящий. Безотказно. Молодец, бомбардир, молодец. Бомбардир. Что такое? Вы нас совсем за ребят считаете. А что такое? Какой же этот дурак будет скидывать бомбы на ложный аэродром, да еще полный? А я так думаю, что нужно сделать так, чтобы не только дурак, но и умный не догадался, что это ложный аэродром. Тогда на настоящий аэродром ни одна бомба не упадет. Молодец, ефрейтор. Вот как надо обострять и ставить на ребро вопрос, товарищ боец. А еще любитель называй. Вот гляди, вот стоят наши самолетики. Вот прилетел немецкий разведчик с фотолейкой. Раз щелкнул, прилетел завтра другой. Два щелкнул, поглядели на пластинке. А наши самолетики стоят в той же фигурной позиции и без движения. И понял тогда немец, что все это у нас здесь ерунда, обман и фанера. И тогда можешь разводить здесь кроликов, там цыпляток разных. А надо, чтобы мой аэродром жил полной боевой жизнью во всей красе. И самолеты, чтобы двигались как настоящие. Вот, а для этого смекалка нужна. Эх, солдат, солдат, хлипкой ты, как я на тебя погляжу. Полковник приехал. Ну, ступайте спать, ступайте спать. Сейчас меня ругал старшина, и совершенно справедливо, но не совсем уместно, так как это было при девушке, которая мне... Чего только люди не придумают, а? Ложный аэродром. Мне нравится. А мне не нравится. Почему? Ложный. А меня с детства учили, что лгать некрасиво. А меня с детства учили презирать трусов. А. Это что, намек? Угу. Ага. На меня? Ага. Ага. А я не трус. Я просто не привык, когда меня бомбят. Да? Оригинально. Я привык к тишине. Что вы говорите? Вы не любите фугасных бомб? Удивляюсь. А я удивляюсь девушкам, которые влюбляются в незнакомых мужчин по фотографии. Да? Да. Тем более, что, как правило, все уроды на фотографиях получаются красавцами. Подарите мне вашу карточку. Представляю, как вы на ней хороши. В таких случаях наш главбух говорил, я ответил бы, если бы нашелся бы. Ох, и нелепые же вы! Ну, давайте я уж вам помогу. А вы запомните, что девушкам нравятся настоящие парни, а не тюфяки. Между прочим, это намек и именно на вас. Назвала тюфяком. Не дурное начало для романа, а? Он с фотолейкой, а мои самолетики стоят без движения. Понимаю, понимаю. Мы вас скоро механизируем. Товарищ гвардии полковник, может быть, можно пока создать видимость усиленного движения по направлению к моему аэродрому? Ну, там пустить грузовики, бензозаправщики пустые. Правильно сделать. И срочно организовать аэродром засады. Нужно посадить звено наших ночников и звено французов. Ага, которые займутся перехватом немцев. Точно. Ну да, понятно. Вот, у деревни Малые Козлы как раз и оборудована площадка. Точно, товарищ гвардии полковник. Да вот они уже идут, французы, на посадку. Говорят, боевые ребята. А представь себе, водки не пьют. Ну? Ей-богу. Пьют коньяк, причем рюмочками. А где его взять? Да там Петухов где-то копается в НЗ. Ясно. Примем, как полагается, товарищ гвардии полковник. Есть, а? Черт, уже идут. А я, понимаешь, к речи не приготовился. Да они все равно ничего не поймут. Они ведь по-русски не бум-бум. Да нет, я хочу их, понимаешь, по-французски приветствовать. А-а-а, Ванечка, ты не волнуйся. Знаешь, ты говори, что хочешь. Ты, главное, больше души и рук. Ну, ей-богу. А, да люблю ансамбль. Вот-вот. Контр, ага, есть.
Будет исполнен марш друзей. Соло Пуговкина. Хорошо, только рюмочки. Бешер Зами. Бешер Зами. Сови ле бьен веню дан нотро пей. Понимаете? Ну, серу контан. Так сказать. Делиту ансамбль. Понимаете ли? Так сказать, контр. Enemy, come on! Понимаете? Дорогие боевые друзья, благодарю вас за такой теплюшкин, тепленький, хороший встреча. Мы будем драться... Comment? Nous combattrons le sourire aux lèvres jusqu'à la mort. Мы будем драться... Улыбка до смерти. Командир эскадрильи, старший лейтенант Крошкин. Командир эскадрильи Нормандии, Ютно де ла Рошель. Очень приятно. Ну, а теперь, друзья, прошу вас к нам, так сказать, на веранду. Выпьем там по рюмочке коньячку. Рюмочки? Коньяк? Ну. Коньяк — это напиток для... Девица. Таскайте водка. Лучше. Прошу. На фронте все наоборот. Чем тише ночь, тем коварнее это спокойствие. Дежурная, опять разведчик. Так точно, товарищ гвардии старшина, разведчик. Товарищ гвардии старшина, слева из-за леса ракета. Тройная. Не наша. Не иначе, как помощничек завелся. Эх, только бы не раскусили. Огурцов. Что? Опять что? Тьфу ты! Как надо печатать? Я? Я? Всю бумагу вораешь? Принимай дежурство. Есть. Но куда я его? Ох. А вы, товарищ Калмыкова, проберитесь к тому леску. И посмотрите, кто там иллюминацией занимается. И проследите. Есть. Автомат возьмите с собой. Да нет, товарищ гвардии старшина, так лучше. Но действуйте, только осторожнее. Есть, товарищ гвардии старшина. Тихон, я тебя перестаю уважать. Ты все мемуары пишешь. А девушка ночью одна на разведку. Не могу вас оставить одну. Надо его спугнуть и вы возвращайтесь отсюда. Тогда возьмите автомат. Я вам говорю, немедленно возвращайтесь на аэродром. Кавалер.
Иду, сейчас иду. Мне как раз нужно делать панику. Вот и делайте. Внимание, внимание! Над хозяйством семи баба 30 юнкерсов. Солоди в воздух! Снова немцы нас бомбили до утра, и снова меня ругал семи баба. Но, слава богу, она наконец вернулась. Он в деревню, я за ним. Как? Выяснила. Из госпиталя, говорит, направляется в часть. Так, так. Прихворнул, говорит. Угу. Я остановился у колхозного пчеловода. Арестовать бы его надо было. Арестовать? А зачем арестовать? Арестовать мы еще успеем. Штат у нас небольшой. Пускай-ка голубчик и поработает на нас. Где штат, да? Да вот только аэродрома его нельзя пропускать. Боже, сохрани. Вот что, ефрейтор. Ты пойди помоги огурцу, а потом мы с тобой побеседуем. У меня на этот счет есть кое-какие мыслишки. Ладно? Есть, товарищ гвардии старшина. Ну, действуй. Только бы не раскусили, эх. Сырконожкин! Я? Вы что, расселись? Спать после войны будете? Заливай! Оливаю! Ей заливать! Ах ты, орлы! Это вы меня хотели спасать? Да. Чудак вы, ведь он же мог бы вас одним пальцем. Тюка готова. Не скажите, Антонина Павловна, я не такой слабый, как кажу. Я вот, например, могу вас одной рукой поднять и пронести хоть до самого Гурзуфа. А там солнце, море, белеет парус одинокий. Ума не можешь, я голубом. Да, и только прибой шумит. Точно. Я никогда не была на море, а говорят, красиво. Да, но вы, Антонина Павловна, еще красивее. Но это вам только кажется из-за неполноценности зрения. Да нет, я это сердцем чувствую. Ну вот, что разговор о сердце я приказываю отставить, как старший в команде. А насчет моря это вы хорошо сказали. Ну что вы стоите, заливайте! Заливаю! И, наконец, после беспокойной ночи наступило утро. Но события развивались. Жан, почему вы решили плюхнуться здесь? Я немного увлекался на бой. Кончились горючие. Надо кого-нибудь разыскать. О, дьявол. Вон человек. Это горючий темперамент. Есть кто-нибудь на старте? Послушайте. Алло, где я могу получать бензин? Жан. Это чучело. Месье Чучело, где я могу получать бензин? Да нет, это чучело, ну, муляж. Чучело. Жан, Чучело. Чучело, ты меня подвело. Есть тут кто-нибудь живой? Алло. Дежурный по объекту эфрейтор Калмыкова. Товарищи офицеры, вы откуда? А мы оттуда, с неба. Мы Архангель. После драки сильно вынуждены. Здесь садиться запрещено. О, смотри, какая строгая. Разве вы не знаете, что нас каждую минуту могут бомбить? Это мы знаем, что в хозяйстве семи бабов все ложное. Точно. Скажите, девушка, может быть, вы тоже не настоящие? Это к делу не относится. О-ла-ла, какой славный семи бабушка. А глаза? Глаза тоже ни при чем. Чем могу служить, товарищи офицеры? Видите ли, у моего друга, старшего лейтенанта Ла Рошель, горючий темперамент. Поэтому весь вышел. Бензин. Точно. Сейчас я выясню. Будем счастливы. Ой, вы не герой Советского Союза. Как ваша фамилия? Крошкин. А откуда вы меня знаете? Нет, нет, я так. Я сейчас побегу выяснить насчет бензина. Благодарю прелестно, дедушка. Девушка. Сеса, Ваня, Ваня, вы хотели улетать, так улетайте, я сам заправлюсь. Нет, 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 ну зачем же, нет, нет, мы вместе воевали, вместе и полетели. Вместе? Хорошо. Пришлите бензозаправщик. Бензозаправщик, говорю. Ну да, вынужденная посадка. Говорит дежурный по аэродрому эфрейтор Калмыкова.
Огурцов! Я? Примите дежурство. Есть. На аэродром приземлились два летчика. Славные ребята. Между прочим, один из них герой. Вы все мечтаете о своем герое. Но смею заметить, чудес не бывает. Бывает. Нет, не бывает. Бывает он здесь. Где здесь, смешно? Гефрейтор! Гефрейтор! Вот он. Рожденный летать ползать не может. Гефрейтор! Вы знаете, мне кажется, что мы давно с вами знакомы. И мне тоже. Вы уже целый год у меня в сундуке. Где? В сундуке. О-ла-ла, сундук. L'amour, comme c'est bon, сундук. И совсем даже не то, что вы думаете. Мадемуазель, я себе позволяю. Виноват. Мы себе позволяем. Я себе позволяю. Мы себе позволяем. Здравствуйте. Пожалуйста. Я себе позволяю притаскать вам это простушкин цветочек ромашишки. Ромашки? C'est ça, ромашишки. Вот, comment, de tout mon cœur. Вот весь мой добрый сундук. Сердце. Сеса, в честь нашей хорошей по знакомству. Колоссальный подарок. Вот если к этим ромашишкам еще немножко прибавить шалфею, здорово, говорят, помогает от зубной боли. О, зубной боль, ну. Это любит, не любит. В общем, правильно. В общем, спасибо. Мерси. Бонжур. Бензозаправщик выслан, сейчас будет здесь. Прошу вас. Что, приятель, зуб болит? Он бывает. Он. Определенно он. И почему ты не герой, Тихон Петрович? Ну вот, пожалуйста. Не успели прилететь, и уже ромашишки. Ромашишки, ромашишки. А ты вот не мог догадаться. Тихон Петрович слушает. Кто? Тиша. Какой Тиша? Красноармеец Огурцов. А если красноармеец, доложить по форме. Есть доложить по форме? Тиша, еще счетовод скажите. Ну что ж поделаешь. Это не санаторий, тихий отдых. Я понимаю. Товарищ гвардии старшина, у телефона дежурный по объекту красноармеец Огурцов. Доложите, что самолеты заправлены, могут вылетать немедленно. А что, могут улетать немедленно? Хорошо. Я не спрашиваю, хорошо или плохо. Я говорю, доложите, что самолет заправлены. Есть доложить, самолет заправленный. Немедленно! Нет, рожденный ползать летать не может. Самолет заправлен, можете улетать немедленно. Танечка. Именно немедленно, товарищ старший лейтенант. Нас каждую минуту бомбить могут. Можете быть свободны. Есть. Танечка, в честь нашего познакомства, как говорит мой друг француз, приходите завтра поболтать к обрыву возле корявой березы. Не знаю, товарищ старший лейтенант, смогу ли. Мадемуазель! Мадемуазель! От знаменью! Да ну ладно. После ужина так часиков 20:00. Очень прошу. Постараюсь. О, ловко. Мадемуазель, 22:00 я буду ждать вас. Вон у той мельнице. Если вы не придете, я повешу на то крыло беднягу Ла-Рошель. И вам придется много плакать. Спасибо. Придется поплакать. Я обещаю. Не слыхал, не слыхал. Буду ждать, помните. Она бесстрашна, и я рядом с ней кажусь жалким парнем. Эх, парень, парень, ничего не поделаешь, Тихон. 3 июля утро.
Видел ее героя. Баланс не в мою пользу. Зубы, к сожалению, у него настоящие. Тонечка. Товарищ ефрейтор, разрешите доложить. Вы мне очень нравитесь. И, между прочим, безумно. Как же так? С первого взгляда. Ну, что ж, это бывает. А? Здравствуй, дядя. Здравствуйте. А дедушки нету? Нет, а вам зачем? Для такой барышни, конечно, найдет. Присаживайтесь. Спасибо. А вы откель будете? Со столовой. С аэродрома. Ага. Ну, как в армии служится? Да ничего, в деревне лучше. По Ванюшке скучаю. Жених? Нет, телок. Телок. А вы, случайно, не летчик будете? Нет. Не летчик? Артиллерист. Артиллерист. А у нас на аэродроме-то летчики все больше. Да, но только гордые такие, прям не заговоришь. Ну, так среди ворон летают. Вежливость потеряли. Ладно. Зато мы артиллеристы, народ фартовый. Угощайтесь метком, барышня. Спасибо. Ладно. А вы что сегодня вечером делаете? А что? Ну нет, я к тому говорю, вы баночку-то оставьте, а вечерком приходите к ручью. Я метку принесу и погуляю. Хорошо, приду. Одну минуточку. А как вас зовут? Тоня. Так вот, Тонечка, никому ни слова. Небось, не дурочка. Понимаю. Тонечка, придете? Обязательно. Мое хозяйство важное и для врага беспокойное, говорил старшина. А пока нас окончательно механизируют, надо самим шевелить мозгами. Но ум хорошо, и, посмотрев в мою сторону, добавил, а полтора лучше. Явный намек. Кубанские казаки не подходят, романовская овца все не то. Сама садик я садила, а? Сама садик я садила, сама. Трофей не читать. А вот здесь-то как раз что-нибудь и подойдет. Самоучитель. Самоучитель, 100 советов хорошего тона. Или как вести себя в высшем обществе. Интересно. Одну минуточку. Глава третья. Как быть красивым? Чтобы иметь так называемую внешность, необходимо две точки. Одну минуточку. К черным брюкам в полоску идет галстук кис-кис. Кис-кис. Черная ляпа и мягкая задумчивая улыбка. Интересно. Сама садик я садила, сама буду только. Сама милого мила. Кис-кис у нас будет бомбардировщиком. Так, сама садик я садила. Блондинкам нужен другой подход. Интересно. Эта мазь требует нежности. Рекомендуется посмотреть в глаза предмету своей любви и слегка, наклонив голову влево, по возможности бархатным голосом сказать: «Мадам, я хотел бы быть птичкой, порхающей возле вашей шляпки». Неужели когда-нибудь девушкам нравилась подобная чепуха? Штурмовать далеко моря. Порхающая птичка у нас будет ястребком. Любит и ждет встречи,
снова придет звезд зашет вечер. Вечер, выйдешь ко мне, ты в тишине. Рано, рано. В тихом саду губы найду. Жанна. Париж, Париж, ты в синеве ночном, огнями яркими гори. Париж, Париж, всегда везде со мной. Люблю тебя, Париж, Париж. Нарядились, лейтенант. Так? Ла-ла. Ах, ля-ля. 20:00. Желаю удачи. 22:00? Опоздали. Надо было раньше ку-ку. Ку-ку-ку-ку. А вот теперь я опоздала. Расцвела сирень черемуха в саду. На мое несчастье, на мою беду. Я в саду хожу, хожу, да на цветы гляжу, гляжу, но никак цвета в цветах милой не найду. Я милой не найду, ой, не найду. Я к цветку притронулся рукой, слышу голос я, любимой, дорогой. Ты цветы оставь, оставь, да пусть они в цветах, в цветах. Лучше мы в саду, саду, да скроемся с тобой. Мы скроемся с тобой, вдвоем с тобой. Вдвоем с тобой. Тоня, Жан? Ишь ты, объехал на вороных, как говорят французы. Да, плохо. Эх, чучело, чучело, никто к тебе не пришло. Тонья, Ваня. Ла Рошель, вам труба. Играет. Это летчики на нашем аэродроме играют. Вчера их прибыло. Ух, сколько! Ух, для вас, наверное, 5 человек прилетело сразу. Ух, сколько! Ну да, 5, много. Только говорить не велели. 7 штук. Сколько? Ой, не знаю. Ну так я летчиками не интересуюсь, Тонечка. Я сам бог войны. Правда, вы веселый. Это наши леса. Нет, это не наши. Это немецкие разведчики. Значит, немецкий разведчик с лейкой, фотолейкой. Ну да, с фотолейкой над нашим аэродромом. И что же его лейка видит? Его лейка видит, что наши самолеты стоят в той же фигурной позиции, что и вчера. Вот что его лейка видит. Ничего подобного. Полетайте. Вот здесь летайте. Так. Ну, летайте, товарищ старшина. Вот. Он видит, что наши самолеты миг оживают. Наш аэродром принимает полную боевую готовность. Вот, смотрите. Ну, опять кис-кис заело. Что? Да кис-кис. Кис-кис? Но вот зато порхающие птички работают великолепно. Подожди. Кто там? Это я пришла, товарищ Гарри-старшина. Ефрейтор, закройте дверь поплотнее.
понимаю. Значит так, пока этот наши макеты в это время пыр-быр-тыр. Ага. А люди сидят в укрытии и... И все это значит, ты это, того, а? Исполнял ваше желание, товарищ старшина. Ах, вот как. Значит, стараешься? Ах, маскировщик. Ах, парень, парень! Товарищ гвардии старшина. Что, товарищ ефрейтор? Ваше задание выполнено. И ты тоже? Так точно. Докладывай. Товарищ гвардии старшина. Да? Лично. Ну, что? Была на свидании. Да. Сказал, что любит до гроба. Обещал жениться. Про самолеты спрашивал? Спрашивал. Что сказала? Сказал, что не велели говорить, но сели штук 70. А поверил? Я думаю, поверил, потому что заторопился и быстро ушел. Так. Почему он ругался-то? Мирно! Красноармеец Огурцов, ефрейтор Колмыкова. Сейчас генералам некогда. Они там доколачивают, кого надо. Так от имени командования объявляю вам за проявленную инициативу и отличные действия благодарность. Служим Советскому Союзу. Вольно. А вот это от себя лично. Спасибо. Господин генерал, только что получена радиограмма от агента Крауса. Так. На аэродром «Большие козлы» село 70 русских самолетов. А, это, вероятно, тот самый аэродром, с которого они непрерывно бомбят наши позиции. Продолжайте. Одновременно воздушной разведкой замечено усиленное продвижение автотранспорта в районе хозяйства этого Семибаба. Семибаба? Странная фамилия. Это командир беспокойного для нас хозяйства. Приказываю бомбардировочной эскадрилье «Райх» немедленно стереть с лица земли этого. Но третий день стояла, как говорят у нас, нелетная погода. Огурец! Держи! Огурцов! Я? Примите дежурство, ухожу на свидание. Куда? К жениху. Блондинкам нужен другой подход. Эта мазь требует нежности. Попробуем. Танечка, одну минутку. Склоним голову немного влево по возможности. Бархатным. Подождите. Здравствуйте. Я хотел бы быть птичкой, порхающей около вашей шляпки. Кем бы вы хотели быть? Птичкой. Птичкой? Странно, солнца нет. А у вас явный перегрев головы. Тонечка, а если бы это вам сказал человек, которого вы любите? Батюшки, сейчас вас хватит хандрашка. Ну, скажем, лейтенант Крошкин. Успокойтесь, успокойтесь. Отпустите руку. Я никого не люблю. А его портрет в вашем сундуке? Да, портрет. Потому что мне нравится в людях дерзость, презрение к опасности и отвага. Можно мне повидать ефрейтора Калмыкова? Их нет, товарищ старший лейтенант. А ну чего работать, работать. А скоро должна быть? Вам лучше знать, товарищ старший лейтенант. Мне? Почему мне? Извините. Все. Вам-то известно, что ей в человеке нравится дерзость, отвага, презрение к опасности. Да, дерзость, это, конечно, все правильно. А ты черт. Так он все равно скоро едет в Париж. Кто? Француз. А при чем здесь француз? Ну, правильно, я тоже говорю, при чем здесь француз, когда, понимаешь? Нет. Ходит и морочит голову нашим девушкам. Ищи друг называется. А, да-да-да-да-да. Какое нахальство. Слушай, ты мне вот что, друг, скажи. И часто они встречаются? Все свободное время. Да. И даже где-то карточку его достала и приклеила прямо над кроватью. Закуривай. Здесь нельзя, демаскируется аэродром.
будете огурець? Огурцом. Со, со, со. Я хотел повидать мадемуазель де Пайто. Тоню! Сеса. Она ушла. Ушла? Подождите, Моталь. Куда? А вы не встречали лейтенанта Крошкина? Где? О, я так и думал. Они встречаются? Огурцов не любит сплетничать. Не надо сплетен, не надо. Часто. Все свободное время. Здравствуйте. Достал где-то его карточку и повесил над койкой. Вот а койка? Ого, плохо, плохо. Он такой друг. Зачем же прямо не сказал? Какое нахальство, а? Точно. Для врагу за сочувствие, монами. Раем, старший лейтенант. Эх, погодка, красота. Люблю солнышко, когда вовремя. Ну, Тихон Петрович, жди гостей. Дежурная, к телефону. Слушает ласточка. Говорит дежурный по объекту юпитер Калмыкова. Есть передать, товарищ гвардии полковник. Держать аэродром в полной боевой готовности. Давайте, голубчик, давайте, порядочек, порядочек. Тихон Петрович, порядочек. Лазарев, внимание, готовность, держать небо. Есть держать небо, товарищ старшина. Сорганушкин. Сорганушкин. Я. Фу, черт, Сорганушкин, иди сюда. Взрывы, шашки, чучело, боевую готовность. Сам садись за пианино, играть будешь. Но играй мне так, чтобы немцы могли сегодня доложить своему начальству, что на советском аэродроме замечены огромные взрывы и пожары. Ясно? Ясно. Пост. Делаю. Крендик, ах ты. На горизонте 10 юнкерсов. Давайте, голубчики, давайте, давайте, давайте. Сорганушкин, поиграй, поиграй. Идут, идут. Порядочек. Хорошо. Милости просим. Так, порядок. Ну, Тихон Петрович, давай пробовать твою механизму. Так, хорошо. Хорошо. Двигаются, совсем как настоящие. Удираю, бомбить! Ага, поверили! Разворачивайся на боевой! Давай скорей! Надоело! Опять заело. Что заело-то? Да кис-кис. Что? Кис-кис опять заело. Огурцов! Куда вы? Стой! Сейчас бомбить будут. Ага.
остановился. А ну-ка, давай попробуй, детки. На хвосте едет! Огурцов! Скорее, Огурцов! Сейчас опять бомбить будут. Надо спасать Огурца. Саркадошки! Беги, 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 беги! Человека. Огурцов! Тихон Петрович! Огурцов! 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 Антонин Павлович! Кто тут? Это я! Огурцов! Тише! Миленький вы мой, вы целы? Не уверен, что все при мне. Между прочим, Тонечка, если вам не трудно, посмотрите, нет ли где-нибудь там моей ноги. Вот она, Тихон Петрович! Дергайте! Мою! Дергайте в мою голову! Надьте ваши очки, Тихон Петрович! Вы не ранены? И вы целы, тише. Голубчик вы мой. Ой, у вас кровь. Где? При виде крови у меня всегда кружится голова. Молодец, огурец, накорежил, и вот... Ах, царство ему небесное! Саркадошкин! Я, Саркадошкин! Объявляю благодарность за пожары, хорошо работает. Я знаю, рад стараться. Работаем, по славу, родили. Молодец, хорошо, отвечаешь. Что? Разрешите идти? Да нет. Стараться. Фу, черт, с тобой не сговоришься, старайся. О, друзья Крошкины! Давай, давай, кройте, голубчики! Мярошель, внимание, я Полюс. Сзади принцы, принцы сзади. Крошкин, прикройте хвост Мярошелю. Что случилось, Жан? Я... Матаях подбил. Один на вынужденную. Духов, принимай команду, иду на выручку. Сейчас и рубану. Что с вами, Жан? Самолет для Рошеля резко пошел на снижение на территорию немцев. Вероятно, что-то случилось. Ваня. Мярошель, Мярошель, я лишний, слышите меня? Мярошель, слышите меня? Отвечайте, отвечайте. Крошкин, Крошкин. Ici, la cerise. Ici, la cerise. Мярошель. Агиб.
Привет, Петухов. Звезды горят, в небе блестят сянка. Шорох листвы, шелест травы в парке. Руки твои, муки мои, жалко. Сердце твое, солнце мое, жалко. Париж, Париж, ты в синеве ночной. Огнями ярко не гори. Париж, Париж, всегда везде со мной. Люблю тебя, Париж. Avez-vous vu périr? Вы видали, как погибал Ла Рошель? Дорогая бабушка, ты за меня не волнуйся. Я чувствую себя хорошо. Нас бомбят каждый день. Ефрейтор? Я? Ефрейтор, мы оставим детей за старшего для моего возвращения. Я пока буду с Огурцовым осматривать новую площадку. Вы здесь все подготовьте к отъезду, понятно? Понятно. Тут у нас есть один парень. Фамилия его просто Огурцов. Какой он смешной, бабушка. Ну да, в человеке ведь главное не красота, а ум. И даже скорее не ум, а симпатия. И даже скорее не симпатия, а просто, чтобы он нравился. Ну так вот этот Огурцов мне совершенно ни чуточки, ну ни капельки не нравится. Ей-богу, бабушка. Когда я ездил, бывало. А вы когда-нибудь ездили верхом на лошади, а? Тихон Петрович? В детстве на деревянной. На деревянной. Давай бизу! Давай бизу! Давай! Ну чего, чего смешного? Гусар падает с лошади. Надо помочь. Снарядилась на свидание к жениху. Хоть бы последний, товарищ гвардии старшина, надоел он мне окаянный. Последний, последний. Сегодня его возьмут. Не возить же собственного шпиона на новую площадку, а? Слушай, ты задержи его подольше, ладно? Понятно. Ну, ступай. Поехали. Возвращайтесь скорее, Тихон Петрович. Если вообще сможете уехать. Спасибо, Тонечка. Нет, огурец не справится. Нет? Справится. Свалится. Да, я и говорю, свалится. Мы с тобою, Васька, кони прошли воду и огонь. После жизни боевой возвратимся мы домой. Поднесут родные нам 8 раз по 200 грамм. Тири-бара, пири-бара, тири-дари, тири-да, тру-да-да, ну-да-да, ли-да-да. Что это я? Пропуск. Винтовка. Что? Ну вот что. Что? Уши не развешивать и в лес не сворачивать. А что? Там в болотах немцев окружили. Ага, порядочек. Понятно? Пошел. Доколачивают.
Внимание, внимание! Казаки! На опушке показался казачий патруль! На опушке казачий патруль! Огонь! Тихо! Остановись! Огурец, стой! Куда ты? Не знаю, спросите у лошади! После обстрела от группы оторвался всадник. Скачет в наше расположение. У него в руках белый флаг. Вероятно, это парламентер. Русские предлагают сдаться. Или нас уничтожат. Парламентер. Вот что, ребята, начинается общее наступление. Ночью предстоит большая работа. А ну-ка, иди отдыхать. Значит, хорошо. Ну. Плохо. Вам фронт, а мне ремонт. Плохо. Ваня! Присядка. Пальчик. Примите это сувенир. Не надо. Ну. Чтоб долго носили. Прони. En mémoire de notre sincère amitié. Я очень никогда не любил прощать. И все время прощаюсь. Мы живем эпоху прощаний и разлук. С мать, с отец. И адьё, Белле Франс. А сейчас с вам. А. И с мадемуазель. Галя. Хотели сказать Тоня. Тоня? А, ефрейтор. Как две капли воды похожи на ромашку. Вам очень нравятся ромашки. Нравятся ромашки мне. А любуйтесь ею вы. Где? На речушке. Так это вы, а не я. Честное слово, я не видал. Я? Слово? Слово француз, слово офицер. Тогда, Жан, не будем свиньями. Пойдем и простимся с этой чудесной девушкой. О! Сергей Трофимович! Куда же вы, а? Прощайте, Тонечка. Должен идти в часть. Да как же? Обещали ведь до гроба. Тонечка, время военное, там наступление, а я... Адьё. Жан, она такая миленькая, сеса. Шарман. Она такая, такая стройненькая. Она голубоглазая. Она такая... Сергей Трофимович! Сергей Трофимович, подождите! Нет. Да. Я вас провожу до станции. Да не надо! Сергей Трофимович! Жан, мы горим, как два чучелё. Ну, обнимите меня хоть на прощание. Эх, девушки, мясные вы девушки. Чуть поманишь вас, а вы так и растаете. Ну,
Ну, пора, Тонечка. Адье. Стой, стрелять буду. Что ты, Тонечка? Нельзя так шутить. Он уже заряжен. Не надо расстраиваться, Жан. Не надо плакать, Ваня. Ну, правильно. Правильно. Не такая же она уж миленькая и стройненькая. Сыша. Кокетлива. Сыша. И лжива. Сыша. Не глубокая. Ну, правильно. Зачем же тихо, когда можно и громко? А ну-ка, Жан, займитесь девушкой. Сейчас я ему буду морду таранить. Молчайте! Смотрите, не простудитесь! Не надо плакать, не надо плакать. В чем дело, ефрейтор? Небольшое объяснение в любви. Да, ничего себе. Зеркало разбил. Сам того не стоишь, мерзавец. Доведешь до штаба. Слушаюсь. Только смотри, чтобы не убежал. Это СС. Не извольте беспокоить. У нас на этот СС есть свой ССС. Чего? ССС это старый солдатский способ. Вот он. Какой способ? А я ему пуговицы с брючек-то срезал. Ну, а теперь пускай бежит. Молодец. Ну, ладно, давай, веди. Ну, шагом. Марш! Давай! Успокойтесь, Тоня. Мы с вами постраданный боец. Ну, как себя чувствуете, Тонечка? Ничего, только забит немножко. А ну, просто перенервничай. Наверное. Бедный Ваня, опять тебя упаковал в сундук. Как своего спасителя. Тогда и меня упаковал в сундук. Много, много, много. Тонечка, знак нашей дружбы, а ведь мы же друзья. На всю жизнь. Пришлите мне свою фотографию, и она у меня будет тоже. Обязательно. Все время прощаний, и нет время на свидание. Но без прощаний не было бы свиданий. Тогда к вам просьба. Если встретите маленький цветочка... Ромашка? Любит, не любит? Но-но-но-но-но. Не забуденька. Не забудочка. Точно. Вспоминайте, Лагошель. Жан, я вас никогда не забуду. Вот, возьмите на память. И напишите два слова. Пари, улица Вольтеев, контор на Тарус, Лагошель и сын. Прощайте, Тоня. Контора очень грустная. Тонечка! Пишите мне по адресу Сталинград, улица Победы. Наверное, такая будет. Мне. Прощайте, Тонечка. Прощайте, маленький ефрейтор. До свидания, дорогие друзья. До свидания. Вам. Таких не любят. А если бы кругом море и тихо-тихо? Ефрейтор! Иду! Мы сидим на веранде, и шесть кругленьких головок, не меньше, торчат из-за стола или печут своими детскими глазками. И все, как две капли воды, похожи на Тоню. Но проснись тихо и не мечтай. Работаем себе, сейчас едем. Порядок. Товарищ старшина! Ты что? Немцы! Ты что, с ума сошел? Где? Вон там, в лесу. Мать честная, котел гуляет не вовремя. А ну, блиндаж скорее все! Быстро! Займем круговую оборону. Без моей команды не стрелять, понятно? Понятно. Понятно. Они там. Есть. Так. Подпустим.
пропустим немцев поближе, а потом дадим им прикурить. Эх, так, порядочек. А где они? Направо за лесочком. Что за тяжело? Кто стрелял? Стрелять команды не было? Да вот все, он виноват, товарищ гвардии старшина. А как? Я думал, огонь. Ну и... Какой огонь? Тетеря. Я говорю, как? Огурцов, сними! Ты что, с ума сошел? Ну, ну... Ой, я не выдержу. Тише! Вон, товарищ гвардии старшина! Честное слово, он! 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 Ей-богу, он! Огурец! Огурец! И с белым флагом! С белым флагом! Мать председая похоронится! Что за чудеса? Спокойно. Товарищ гвардии старшина Семибаб, красноармеец Огурцов конвоирует колонну пленных немцев во главе с командиром дивизии генералом фон дер Риттенбах. Семибаб? Кажется, Семибаб. Разрешите доставить пленных до штаба, после чего прибыть для дальнейшего прохождения службы. Молодец, Тихон Петрович, рядовой моей команды. Разрешаю. Товарищ гвардии старшина. Да. Разрешите на минуточку. Ох, циркач! Разрешаю. Держи. Вот это солдат. Да. Герой. Вот то-то оно-то. Доведете с ним до штаба немцев и вернетесь назад. Есть, товарищ, слушай. Извиняюсь, Шпрехен Зидович? Я. Ага. Интересуюсь полюбопытствовать. Вы что ж, добровольно сдались, или когда вас за эту, как ее... машинку взяли? Не понимаю. Ага, не Шпрехин, значит. Понимаю. Ну как же это случилось, Тихон Петрович? Да все очень просто. Сначала они меня взяли в плен, потом я их. А еще раньше вы меня. Тихон Петрович, как это вы тогда говорили очень хорошо, а? Да нет, глупо. Я хотел быть птичкой, порхающей около вашей пилотки. Нет, вы тогда говорили шляпки. Шляпки. Знаете что, Тихон Петрович, я не возражаю. Тонечка. Нет, нет, Тихон Петрович, говорите, ведь у вас ужасно бархатный голос. К черным брюкам в полоску идет галстук кис-кис и черный, как ночь, котелок. Боже мой, какой же вы осел. Не возражаю. Вы знаете, Тонечка, после тюфяка это уже шаг вперед. Циркачи, поехали. Любитель, давай. Возьмите ваш дневник. Тонечка, я вас очень люблю. Поет надо мною синица, и камни поет в тишине. Мне кажется, каждая птица поет о тебе во мне. Те, как две капли поет, воды, похожи на Тоню. Поет о тебе во мне. И обязательно хоть немножко на вас. Иначе я не согласна, ваша Тоня. Дорога бежит фронтовая, мы дворцы полей и лесов, и нас провожает живая, большая, как небо, любовь. Любовь, любовь, большая, как небо, любовь. Любовь, любовь, большая, как небо, любовь. Так окончилась, друзья мои, повесть о войне, о долге и о любви. Тихон Огурцов. Все.